Туамин дуундыка гамажы радианы сагат ирышту нахурганжы тэмышт фафылдарузан. Уйты хайфе кушын котой республика ехисау адам бардым. Амытая премьер Занайт Бариш. Регион ахур адама наукай министр албекты Элла Фанышан котафтамай. Асы куттаган рахай кэнзышты. Ирташада дуун фараш милуан ашчада мин шомым. Ша мыждыраштан биш барс, юмин фонсшада шома каман фафылдарузан уса хурганжы тэнымас ныртака у сыппардаш минам. Валам хашан фитон таишсышты кут фалтарчын педагогта авто арыгаттадар. Предполагается установить выплату за стаж непрерывной работы в выслугу лет педагогическим работникам следующих размеров. От 10 до 15 лет 10% от базового оклада, выше 15 лет 13% от базового оклада. Также выплату молодым педагогическим работникам в возрасте до 35 лет следующих размеров. При стаже работы от 1 до 5 лет 5% от базового оклада. От 5 до 10 лет 7% от базового оклада. По указам главы Республики Северная Осетия Алания предусмотрены дополнительные меры стимулирования учителей за статус учитель-методист, учитель-наставник в виде ежемесячной денежной выплаты. Учителям, которым присвоен статус учителя-методиста, 5000 рублей. Учителям, которым присвоен статус учителя-наставника, 7000 рублей. По педагогическим работникам, реализующим программы общего и среднего профессионального образования, в размере 5000 рублей. Бақты театрын арты ама пацах адон ансамбль аланыр айрыштан республика хисау адра хайкотта ықшашша да милуан шому барс. Ағам хаш хисау адражмашы варта регион ражамунак Сергей Миняйлы. Хисау адуан ктар зыртой сарануатты коммуналын хазарадык абажы фаршта атылдар. Зуабдат так министр хаштараштаг махаштканак тамайты майран кутфанышан котта автамай, бешланы кооператив тама Ленин номылун ктара саражзышты донзаван ама донз иран хаталтам. Куштатан рахай канзышты ашча да дуын фонд мин шомай фылдар. Умай валдайма амбырды зыртой социалон объекта араштаттыл, ама район бюджеттам олам хашан фарашта бафтауынул.